Всем привет! На полях YouTube увидел именно ролик, анимация с баскетболистом, негр. И как раз вспомнил, что вот, даже не вспомнил, а то, что он похож вот на тело вот этого каннибала. Ну, чуть-чуть вот голеня, сейчас подработаю. И потом надо ему просто добавить трусы, майку, ну и в принципе, может там негритянскую прическу. И можно делать анимацию именно баскетбол. Сейчас пока от Робинзон Круза чуть-чуть, так сказать, отойду в сторону. Но дюжить захотелось сделать. Давайте вот, что это дело, удаляем все ненужное от каннибала. Чуть сейчас морду лица ему переделать. Вот это вот ему тоже не понадобится. Пояс ему тоже не нужен. Так, камеру и свет тоже удаляем. И вот это все дело давайте импортируем, экспортируем, значит, в ZBrush. Там доработаем, добавим трусы и посмотрим, что получится. Еще кроссовки надо. Ну, кроссовки я, наверное, просто попробую найти, скачать именно в интернете. Итак, экспорт обш. Здесь один mesh. Так, значит, десктоп. И пишем баскетболист. Все, значит, наш негр сохранен. Ну, в принципе, что? Да один в один почти. О, давайте сейчас зайдем в ZBrush. Итак, ZBrush 2019 версия. Импортируем сюда, значит, нашего будущего баскетболиста. Так, где он у нас находится? Вот он. Открыть. Вытягиваем левой кнопкой мыши. Edit. Shift. Правая кнопка мыши. Выравниваем нашего баскетболиста. Смотрим floor. Как он установился. Все, он здесь все нормально. Так, он 14 тысяч полигонов. Я, наверное, чуть-чуть сейчас добавлю еще Ctrl-D, Ctrl-D. 228 нормально. И зайду DLOR. Удалю Divide DLOR. Все. Так, вот этот живот неинтересный. Надо его... Ну, в принципе, тут трусы все скроют. Нам что нужно сейчас поменять? Так, смотрим. Добавить ему, значит, объем плечей, подкорректировать, значит, чуть-чуть фейс. В принципе, можно и такое оставить. И что, значит, лапы я делал большие, ну, чтобы он прикольно по песку ходил, да. Чуть-чуть сейчас ноги можно уменьшить, вот эти стопы. Добавляем скачанные, наверное, все-таки обувь. Я ее очень не люблю делать. Могу, но трудновато она мне дается. Без желания особого. Так, меня немножко отвлекли телефоном. Погнали словом. Так. Здесь понадобится кисточка Clay Buildup. Значит, ставим brush на Auto Masking Back Face Mask. Так, ставим интенсивность на двоечку. Кому интересно, как лепить в Blender, в описании выложу ролики. Как все это дело там происходит. Так, теперь Draw Size уменьшаем. Ставим X симметрия. И погнали вот эти вот накидывать голеня. Так, вот так в разные стороны сейчас все поднакидаем. Конечно, лучше бы, конечно, в этом Sculptis Alpha 6 все это дело сделать. Ну и тут иногда надо этим делом заниматься. Я больше деталей делаю в Sculptis Alpha 6. И в ZBrush сейчас стал. Ну, вот, лица я не леплю. Это все Sculptis Alpha 6. Значит, у меня. Что еще? Одежду. Вот я единственное, что ну, в Sculptis Alpha 6 руки плохо делать. Это значит кисти. И ноги. Ну, ноги еще можно вот такие вот сделать. А вот с пальцами там вообще проблема. Там не очень это дело все удобно. Но вот в плане чего? В плане, значит, бюстов, лиц, болванок, голов. Незаменимая программа. Ну, даже тела. Так, вот это все дело сейчас поднабросал.
Теперь нужно чуть-чуть это все дело выгладить. Вот так. Так. И попробуем теперь кисточку Moff Topology. Но тут нужно Draw Size чуть-чуть побольше. Так, еще побольше. И вот, чтобы вот эту часть не тянуть, нужно потихоньку вот так вот. Ага. И вот эту кость сделать поровнее. Вот так, вперед ее как бы выпустить. Эту часть чуть-чуть назад. Ну вот, голеня вроде бы уже похожи. Нужно еще вот что сделать. Так, здесь вот, вот эту голень в эту сторону. Здесь чуть она поменьше с этой стороны. И где-то кисточкой вот так вот повыравниваем. Так, смотрим. Ну, вроде ничего так голеня. Сейчас еще подкорректируем. Ямки вот здесь вот сделаем. Так, что еще можно сделать? Так, это вот эту часть чуть-чуть выравниваем. И плечи. Плечи главное. Так, грудак нормально вроде. Ну да, нормально. Теперь опять же Clay Buildup. И попробуем поднакидать вот это вот плечо. Потому что у него в анимации плечи такие накачанные. И когда будем делать рик, то чтобы плечи вот эти аж выпирали. Так, кисточку чуть поменьше. Что здесь происходит? Переход на грудь. Ну, здесь вот будет майка, и вот эта грудь, в принципе, прорабатывать вот эти детали нам не надо. Так, что тут? Здесь тоже будет нормально. Так, вот эти сзади ключицу, ну, можно сделать, если вдруг будет модель не цельная с одеждой, а вот если делать, допустим, как я вот Грю делал там разных персонажей, то вот так будет, наверное, лучше. Чтобы шмотки можно было менять. Так, теперь что еще? Здесь у него, значит, бицуха. Давайте бицуху поднакидаем еще побольше. Вот так. Когда вы что-то здесь лепите, то штрихуйте. Вот в эту сторону прокидали, теперь вот елочкой в эту сторону. И вы видите, как она набрасывается прикольно. В одну сторону никогда не кидайте. Тогда будет получаться ломка. И масса будет плохо наращиваться. Так. Ну, в принципе, бицуха пойдет. Единственное, что вот здесь вот часть вот эту через Alt можно немножко убрать вот под мышкой вот здесь вот. Вот так вот. Обозначить подмышку. Чуть-чуть все это дело выгладить. Так, ну таз есть. Зад есть. Зад тоже можно чуть-чуть поднакидать. Сильно прорабатывать его не надо. И вот, что еще хотелось бы сделать. Вот здесь вот подправить немножко ноги. Добавить мышц. Да, вот тут одну мышцу. И вот здесь вот как бы вот, вот эти мышцы ног. Так, колено оставляем. И вот здесь вот шишка. Здесь вот шишка. На колено находит вот это вот мясо. Вот это вот как бы. И здесь получается несколько мышц. Ну, это я все в роликах показывал. Ссылки оставлю. По анатомии мал-мал так. Так, здесь что у нас? Вот эту часть чуть-чуть побольше. Вот так. Выгладить можно. И вот эту часть тоже поднакидать. Так. Паховая часть. Сильно тут тоже не надо прорабатывать, потому что сейчас тут будет у нас труселя. Ну, ноги, чтобы были вот эти части более-менее, ну, поровнее. Без ям всяких.
Так, смотрим. Вроде бы подправилось. Так. Ну, а теперь одеваем ему штанцы и футболку, делаем майку. И потом будем уже все это дело смотреть, корректировать. Так, труселя. Маскируем ему, значит, вот эту часть. Так. Вот так аж. И делаем в саптулах экстракт. Приближаем поближе. И хочу вот видеть толщину их. Ну вот они, в принципе, толстые. Если сейчас их делать меньше, то потом, возможно, пойдут при Dynamesh дыры. Значит, мы лучше сделаем Accept, вот в таком духе. Сделаем Ctrl. Теперь Draw Size побольше. И вот эти вот труселя Move Topology вот так вот давайте сделаем поширше. Вот так вот. Так, вот здесь мне тоже нужно труселя побольше вытянуть. Они у него типа большие такие. Свободные. Так. Выглаживаем обязательно. Когда выглаживаем, они делаются тоньше. Вот чуть-чуть утоньшаем. Так, смотрим, что еще тут получается. Так, все нормально. Вот, чтобы уголком вот здесь вот они были тоже трусы. Так. Трусы еще, наверное, побольше, пошире. Ну, а здесь вот вверху можно немножко утоньшить. Ну, шифтом выглаживаем. Так. Что получается? Еще раз выглаживаем, выглаживаем. Поднадуем еще немножко. Ну, это уже корректировка. В принципе, штаны уже нормальные. Теперь что делаем? Нам понадобится нажать N английскую. Не нажимается. Значит, выбираем нашего персонажа. Мало сабтулов и клавиша N, поэтому не работает. Так, а вот здесь нужно постараться. Здесь вот майку. Так, я хочу сделать майку именно вот Ctrl, вот такую вот. Раз. И вот с большим вырезом вот здесь вот. Вот этим вот. Так, и она уходит, наверное, в трусы вставляется. Вот надо сейчас будет поглядеть. Или она свободная. Если свободная, то... Так. Так, вот так как-то, наверное, майка идет или не так. Так, здесь, наверное, тоже должен Ctrl-Alt быть какой-то вырез. Вот так, наверное. Да. И вот здесь вот все это дело заканчиваем. Аккуратно все это дело маскируем. Труселя убираем. Для чего? Чтобы, ну, вот, вот здесь вот нижнюю вот эту полосу Ctrl-Z видеть. Так, и вот эта часть... Вот эта часть. Ее можно сделать, конечно, сразу потоньше. Но можно ее просто потом шифтом выгладить. А делаем Ctrl-Alt. Так, вот поровнее выбираем. Здесь сделаем чуть-чуть ее тоже ровнее. Вот так. Так, здесь делаем тоже ее потоньше. Убираем все артефакты, которые вот могут здесь появиться. Мышкой, конечно, результат не тот, что когда вы делаете пером по планшету. Ну, в принципе, можно все. Просто трудозатраты больше. Бывает, где-то не получается. Так, а вот эту кромку нижнюю, это Ctrl, левая кнопка мыши, и вот так вот маска ровно отобьем. Во.
Ну, в принципе, так, а вот здесь мне уже не нравится вот эта часть, Ctrl-Alt. Во, чуть-чуть поровнее. Экстракт. Появились вот эти артефакты, вы видите. Значит, здесь где-то еще маска есть. Ctrl-Alt, подчищаем. Где-то что-то осталось. Майку нужно делать потоньше. Так, что еще? Где тут артефакт? О, еще вот здесь вот. Ctrl-Alt. Подчищаем подмышкой. Это зацепилось. Вот так вот. Экстракт. Делаем ползунок поменьше. Экстракт. Так, чуть-чуть побольше. Это слишком много. Еще чуть-чуть поменьше. Это очень мало. Много, мало. Ну так пойдет. Делаем акцепт. Так. Снимаем Ctrl маску. И теперь давайте Graph Size побольше. Их симметрия включена. И вот эту майку. Вот эту майку нужно сделать свободную ему, побольше как бы. Так, а вот я здесь не знаю, она у него заходит на трусы или она заправлена в трусы. Сейчас тоже нужно это дело все посмотреть. Так. Так, по-моему, она в трусы у него заправлена. Так, давайте заправим в трусы. Тогда здесь уплотняем. Здесь вот чуть-чуть выводим. Шифтом все это дело выгладим. И вот здесь у него появились вот эти ребра. Потому что маска снималась с модели, у которой именно вот часть как бы анатомии. Вот ребра тут видны. Вот это вот тоже живот не надо. Нужно все это дело на модели делать гладко. Ну, можно потихоньку так все вытягивать и выглаживать, она исчезнет. Так, это значит труселя заправляем. Вот эту часть тоже заправляем в труселя. Задняя часть вот эта тоже уходит в трусы. Вот так. А вот эта часть как бы опускается вниз. Сейчас здесь можно пролепить вот эту кромку. Так. Это все сейчас пролепится. Так, здесь чуть посвободней. Шрифтом тоже выглаживаем. Вот такая получается шняга, да? Так, что теперь нужно с поясом разобраться? Здесь должен белый пояс такой быть. И пролепить вот эту вот майку. Так, это значит здесь тоже она посвободнее как бы. Вот, сзади. Выбираем кисточку Clay Buildup. Draw Size поменьше. И вот так это на двойке стоит нормально. Можно теперь кисточку стандарт взять. Немножко интенсивность убрать. И вот так вот полосу провести. Но когда полосу проводим, нужно опять же включить для этой кисточки Backface Mask Automasking. Так, Draw Size поменьше. Так, здесь через Alt поработать где-то, вмять. Здесь вот майка заправлена, но она как бы свисает. И через Alt выборки вот эти вот сделать. Вот так вот. Вот таким вот образом. Ну, с этим я делом сейчас еще поработаю. Есть кисточки в ZBrush именно для вот этой вот ткани, складки там. Вот можно будет в каком-то ролике все это дело потом попробовать. Так, это все дело прикольно. Ну, смотрится вроде бы как бы. Теперь
Нам ноги не понадобятся, наверное, это N. В принципе, пускай будут, но надо их уменьшить. Это слишком они, я их большими сделал. Так, ниже выбираем, Ctrl, размазываем. Вот смотрите, когда мы жмем Ctrl и нажимаем на кромку вот этого маски, она, видите, размывается. И если теперь сделать Ctrl-I, сделать, значит, моб. Chrome Alt, опускаем вниз. Транспоз. Можно вот к одной ноге просто подвинуть. И к симметрии отключаем. И делаем Scale S. Вот. Так, смотрим. Поправляем. Ну, чтобы нога большой не была. Так, чуть-чуть можно ее вот так еще сплюснуть. Подгонку делаем. Смотрим. Все равно большеватая. Как бы большеватая нога. Смотрим сверху. Ну, в принципе, если по росту смотреть, то нога и не сильно большая. Так, ну нормально. Оставляем пока. И чтобы все это нормально восстановилось, вот это дело, можно вот эту Ctrl выбрать. Так, Ctrl-Z, Ctrl-I. И вот эту ногу чуть в бок отвести и сделать Geometry Modify Topology Mirror and Well. Все, у нас теперь все нормально. Ctrl, снимаем маску и вот эту часть. Вот эту часть. Стыковочную. Ну, чуть-чуть шифтом дорабатываем. Чуть-чуть тут тоже проходим, чтобы нога симпатичнее была. Так, что еще можно сделать? Это Move Topology добавить вот этот подъем для ноги. Вот так чуть тут тоже выровнять и шифтом выгладить переход вот этот. Так, с этой частью давайте разберемся. Уменьшаем этот палец сюда, этот палец сюда, большой чуть-чуть уменьшить, эти чуть-чуть вперед подать, здесь вот часть вот эту вдавить, а здесь часть чуть-чуть округлить. И вот эти косточки, где вот пятка, побольше вот эту вмять. Вот. Ну и тут пальцы чуть-чуть можно приподнять на вот этих вот суставах. Вот где косточки идут. Они пальцы чуть-чуть вот как бы задраны вперед, вот так вот. Мизинец чуть-чуть поменьше. Здесь вот чуть побольше. Ну, ногу я не буду прорабатывать. Можно здесь, конечно, ее полностью добавить, вот эти косточки. Вот эти вот. Одну здесь. Одна идет чуть пониже. Одна выше идет, одна чуть ниже. Они идут вот так вот под углом. Еще чтобы их выгладить. Переход где-то вот этот долепить. Ну, словом, вот такая вот работенка. Ну, пальцы тут можно тоже, да не можно, а если делать нормально, то, конечно, нужно их тут пролепить заново. Вот так вот. Так, шифтом выглаживаем. Так, чуть-чуть поменьше. Так, пойдет. Делаем Mirror and Well. Вот уже у нас это, значит, был. Так, а это что у нас тут? N. Майка. Что-то тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь, значит, ищем, где был косяк. Окей. Все сохраняем. И тогда придется ногу заново чуть-чуть попеределать. Маска потянула. Так, выбираем опять ноги.
Это Ctrl-I уже без комментариев. Так, смотрим, что получилось. Бэмс, бэмс. Майка есть, труселя есть. Здесь вот может побольше сделать. Но это уже, когда буду перед покраской, я вам покажу, как красить. Еще где-то тут какие-то детали доработать. Ну и сразу, когда будем красить, я, наверное, покажу, как сделать волос. Ну, а так вот он. Персонаж. Так, N персонаж. Его нужно открыть. И теперь сделать UV map. У него есть развертка. Но она мне не нужна. Delete. Развертку текстуры отсутствует. Все. Для покраски он уже будет готов. Так, что еще сделать? Добавим теперь сюда обувь. Я скачаю из интернета. Там очень ее много. Не буду тратить время. Ну, может, чуть ее тут где-то перелеплю, Dynamesh. Ну, главное, чтобы форма была, не моделировать ее. Так, дубликат. Так, делаем теперь импорт. Находим, где находится эта обувь. Вот такие бутсы. Ну, они, видите, частично, ну, так-то моделированные. Ну, потом им сделали, по-моему, Dynamesh. А ну-ка, что тут с сеткой? Да, это вот сетка, как Decimate Master. Или модификатор Decimate. Ну, мне вот эти вот кроссовки как раз само то. Уменьшаем. Смотрим, где они теперь. Где наш персонаж? Это Flur. Перекручиваем boots. Делаем ему scale. Так. Еще раз scale. И к симметрии отключаем, чтобы когда перекручиваем обувь, чтобы она не разорвалась, ну, в смысле, кругом. Вот смотрите, X включаем, если симметрия, и видите, что происходит с обувью. Она работает симметрично, но нам это не надо. Ctrl-Z, X, симметрию отключаем, подгоняем к ноге, смотрим, как эта обувь ляжет на нашего персонажа, делаем чуть-чуть scale. Alt, левая кнопка мыши, опускаем, подгоняем, она большая, уменьшаем еще, вот, как раз уже вроде по ноге, вот так, подгоняем, сейчас надо будет еще ногу перекрутить, так, еще, наверное, чуть-чуть scale,
Ну да, вроде нормально. Выбираем теперь, так, чуть-чуть ее перекрутим, обувь выровняем. N панель, выбираем нашего персонажа. Выбираем нашу вот эту ступню. Так, X симметрию отключаем. Ctrl-Alt, снимаем со второй ноги маску. Делаем Ctrl-I, инвертируем. Вот так теперь ее перекручиваем. Ставим, значит, просвечивание. Alt. Переводим транспоз именно к ноге. И вот так ее перекрутим. Так, что, где у нас тут пятка? О, да все попало. Тут чуть-чуть ее нужно будет сейчас подкорректировать. Это значит move topology. Ну, чуть-чуть ногу вот сюда вогнать. Чуть-чуть где-то вытянуть. Так, смотрим. Так, и немножко вот эту часть тоже увести. Выбираем N boots. Так, Alt перекрутим чуть. Так, Ctrl-Z. N кроссовок и чуть-чуть кроссовок вот сюда. N нашего персонажа. Убираем еще немножко ногу. Палец убираем, чтобы все это дело не вылазило из нашего кроссовка. Ну, в принципе, нога хорошо в него влезла. Чуть-чуть здесь вот можно подкорректировать. Теперь отключим кроссовок. Так. Что получилось? Ctrl-Z. А. Вот так вот. И ногу вот сюда выровняем. Ну, все, пятка соединилась. Снимаем маску. Делаем геометрию. Делаем Mirror and Well. Так. Ну, пальцы можно еще пролеплю, потом посижу уже подольше. Тут уже не проблема. Так, теперь N панель, включаем кроссовок и делаем, значит, кроссовку геометрии Mirror and Well. Теперь N панель, выбираем нашего персонажа и вот что-то N кроссовки. Попробуем кроссовки еще вот так увести и немножко, значит, перекрутить. Вот так где-то. Все вроде бы нормально. Так, и чтобы вот эта часть была тоже симпатюшной, давайте добавим носок. Это значит N панель. Снимаем маску. Выделяем где-то, наверное, вот эту щиколотку. Да. И делаем, что мы делаем? Мы делаем экстракт. Экстракт. И можно потолще. Здесь уже, да. Так, теперь все это дело выравниваем, выглаживаем. И вот так вот все вытягиваем. Это как вот на самом персонаже. Так, вот эту часть убираем. Расползаем его по обуви. Носки чуть-чуть, наверное, так вот здесь опускаем. Как бы вот в таком духе должны быть. Так, вот эта часть сюда. Это сюда. Чуть-чуть можно их, наверное, повыше. Ну, точно так же в ролике почти выглядели вот эти носки. Только они здесь полностью у него заполнены. Ну, у меня пускай будет типа
Пока так, а там DynaMesh уже все это дело подкорректирует. Делаем Geometry Mirror and Well. Так. Чуть-чуть как-то обувь надо в эту сторону перекрутить. Ну, в принципе, кости это нормально, все дело перекрутят. Подправят, выкрутят и так далее. Что-то как-то кроссовки кажутся очень маленькими. Но с другой стороны, их больше делать смысла нет. Ну давайте N еще чуть-чуть попробуем растянуть их. Сделать побольше, чтобы они как-то смотрелись. Тогда это дело вот так. И носками больше заполним. Ну а теперь тут можно их чуть-чуть и выкрутить как надо. Не привязываясь уже именно к ступне. Mirror and Well. Так. Чуть-чуть сюда. Нет, назад. И кто тут у нас вылазит? Вылазит нога. Надо там ногу еще раз перекрутить. Так. Mirror and Well. N. Включаем, находим носки. И опять Morph Topology. Вот это все дело здесь заполняем в обуви. Носок делаем попышнее. Вот так. Так, раз. Шрифтом выглаживаем. Так. Так, носки надо чуть тоже побольше. И нужно будет пролепить вот здесь вот складки добавить. Так, вот так, чуть-чуть к ноге. А эту часть сюда. Вот. Mirror and Well. Ну, а теперь выглаживаем шрифтом. Mirror and Well. Ну, пока получилась вот такая заготовка баскетболиста. Вот такой дядька. Еще немножко в следующем ролике. Значит, прическа осталась и раскраска. Ну и все, наверное. И будет прикольный персонаж для анимации баскетбол. Все, всем пока, до свидания.